Друзья, всем добрый день, меня зовут Аурика, и я рада приветствовать вас на своем канале «Модное хобби». Давно я к вам не подключалась, но я активно в это время вязала, и хочу поделиться с вами, конечно, бы поделилась большими готовыми работами, но все по порядку. Хочу я начать. Как видите, у меня здесь такой замечательный носочек. И это еще замечательные блокаторы, которые я заказала в магазине Yarn Emma у хозяйки этого магазина, у Эмочки, с которой мы очень тепло дружим. И когда я поняла, что я все-таки хочу красивые носочки, чтобы они красиво лежали, красиво блокировались, тем более я сейчас активно вяжу носочки в подарки на Новый год. В общем, такая острая необходимость в них возникла, и я с удовольствием обратилась к ней с просьбой, вернее, даже с желанием купить блокаторы. И у меня здесь лежит блокатор на 37-38 размер. Я взяла еще одну пару блокаторов. Вот такие они замечательные, очень гладкие, хорошо обработанные, очень хорошо на них одевается носочек, просто восторг. Это, если помните, тот самый носок, который я вязала совместники. Мне, я уже начала второй и подарю его близкой подруге на Новый год. И сейчас покажу вам еще одни блокаторы и носочки. И это вот такие маленькие носочки, такие вот цветные, и блокаторы вторые пара, которую я купила на размер 39-40, как раз у меня размер 38-39, и, в общем-то, я подумала, что вот этот размер будет идеальным. Носочки, давайте я покажу вам их отдельно. Смотрите, как красиво они лежат без блокатора. Давайте вот так уберу. Вот так носочки выглядят без блокатора. Это вообще очень-очень здорово, мне очень нравится, как они красиво лежат. И я вам скажу больше, я эти носочки связала за вчерашний день. В ночи уже заканчивала так вот этот носочек второй. И утром буквально я довязала мысок. Сразу же постирала, потому что я носочки вязала в подарок учителю, классному руководителю сына. Так мне просто захотелось сделать ей приятно, подарить такие теплые, красивые, скажем так, новогодние носочки. Они, правда, мне напоминают новогоднюю елочку. Я вот здесь ставила, если видите, пайетки. Честно, не знаю. Иногда мне кажется, что лишние, а иногда кажется, что они здесь очень даже хорошо смотрятся, так по-новогодним. И они такие яркие. В одном из своих видео я рассказывала про эту ниточку. Это ниточка Casa Grande. Номер я напишу на экране. И у меня ушел один моток. С учетом того, что я еще отматывала ниточку. Моточки 50-граммовые. И получается, белые это у меня Нака Боха. Я отматывала ниточку для того, чтобы попасть в цвет. Это был первый носочек. Это второй, вот здесь чуть-чуть получилось больше зеленого, надо было немножко больше отмотать, но если посмотреть, они в принципе как бы вот вообще идут очень хорошо в цвет, ну буквально вот ни одного рядочка не хватило, чтобы получилось как здесь вот каемочка зеленая, но я думаю, ничего страшного, они и так очень замечательно выглядят. Носочек, узор взяла самый простой, ажурный, чтобы он быстро вязался, и захотелось мне связать коротенькие, чтобы они были такие маленькие, комфортные, уютные для дома. И хочу сказать, что как меня научила Настя, я их так вяжу, и здесь тоже пятка подкова, такая вот красивая, другую я теперь не умею вязать. Вязались они очень быстро, то есть я вчера с утра села, связала один, второй, но вот утром пришлось мне закончить только мысок. Очень мне понравилась пряжа Casa Grande, очень-очень мягкая, очень приятная. И цвет вот такой вот красивый. У меня еще есть
два моточка другого цвета и остался моточек такой же ниточки, так что я с удовольствием повторю и себе, или еще кому-нибудь на подарок. Вот, и завтра я уже эти носочки подарю. Вот, как вам идея таких коротких носочков с пайетками? Правда, иногда думаю лишнее, а иногда смотрю, думаю, ну здорово же, приятно. Вот так же такие носочки у меня получились. И сегодня я тоже начала вязать носки. Скорее их тоже подарю сестре на Новый год. Это вот такой красивый мандариновый цвет. Это водопад. Цвет ярко-оранжевый. Номер 0626. Я уже тоже показывала его в своих покупочках. Я здесь начала вязать уже резиночку, вот такую вот красивую ажурную. И хотелось мне здесь простой узор лицевыми. Здесь не очень хорошо видно, но здесь вот есть такие, видно, да, изнаночные точечки. Но что-то я, в общем, в последний момент передумала. Хочу сделать здесь другой узор, но мне очень нравится резинка. Вяжу я все на спицах номер 2. И, в общем, вы знаете, недавно видела на Дони, оказывается, там продавали спицы. Есть такие, как 1,25. В общем, наверное, это мои спицы, чтобы носочки были более плотные. Вот, правда, в общем, меня сейчас носочная тема захватила. И я думаю, что это очень такой приятный, уютный подарок на Новый год. Я надеюсь, нашей Ксении Александровне они понравятся. Вот, так что по поводу еще готовой работы, я связала костюмчик для новорожденной девочки. Я говорила, что мама моей дочки, одноклассника, попросила связать костюмчик, жилетку, штанишки и пинетки. И, в общем, такая получилась история, что я ей давала, передавала с дочкой померить, все ли хорошо, потому что у меня были только ее замеры, там обхват груди, длину. И, скажем так, вязала вслепую, только по замерам. Вот. Но, слава богу, все подошло. Я просто думала, что когда она их примерит, костюмчик, она мне их вернет. Я, в общем-то, постираю, красиво сфотографирую. В общем, мама наотрез отказалась отдавать. Сказала, нет, теперь не вернем, мы сами постираем. Вот. Очень было приятно слушать, что все подошло и все понравилось. И она же попросила связать своей сестренке в подарок на Новый год тоже костюмчик. Но там девочка поменьше, она родилась 1 декабря, то есть она месячная. И я буду вязать вот из тоже. Тот костюм я вязала из розовой Газал Бэби Вул XL. И этот я буду костюмчик вязать вот с такой красивой ниточки. Цвет номер 823. И свяжу такой же костюмчик. Только единственное, поменяю рисуночек на жилетке. Вот. А штанишки, кстати, вязала по замечательному мастер-классу Оксаны. Я вам оставлю обязательно на него мастер-класс. Штанишки получились замечательные. У него в мастер-классе, правда, не с лампасами и с карманчиками. Я вязала без всего этого. Единственное, изменила количество петелек. У нее 104, я сделала 100, потому что, ну, у меня, скажем так, попа у девочки была поменьше. Но все равно, как бы на пампер все там красиво с ростком. В общем, все вывязалось. Вот, и шнурочек связала, и кордом. В общем, повторю этот комплект и постараюсь его отфотографировать, вам показать. Получился очень здоровский. Вот, так что это в ближайшее время приступлю к костюмчику. Вот. И еще у меня вот такая вот замечательная бобинка. Это Talegna Harmony, и это 100% меринос. И у меня здесь 692 грамма, метраж не помню, по-моему, 1500 метров на 100 грамм. Вот такая красивая бобинка в такого цвета. И мне написала девушка в Instagram с предложением приобрести пряжу. Она только-только открывает свой магазин. Ее зовут Женя. Магазин называется Белла Бобинка. Я обязательно оставлю на него ссылочку. В общем, я решила ее поддержать, рассказать об этом магазине, купить пряжу. У нее есть много другой интересной пряжи, но это вот прям мне запало в душу. Он такой очень-очень красивый мериносик.
Вот, Женечка, правда, большая молодец. Она рассказывает, у нее только начинающий магазин, но она уже там многое рассказывает интересного. Интересные цвета, бобинки. Она быстро обрабатывает заказики и отправляет. Я очень быстро получила эту бобинку. Вот, также к ней была открыточка и вкусняшки. К сожалению, вкусняшки разлетелись сразу, как понимаете, дома не утаить. Вот, так что рекомендую этот магазин. Обязательно проходите по ссылочке и подписывайтесь на Женю. Я думаю, что вы найдете там много интересной пряжи для себя. Вот, и я обязательно свяжу что-нибудь и поделюсь с вами своим результатом, что у меня получилось из этой ниточки. Вот, такие у меня новости. И, кстати, еще сейчас вам покажу джемпер на круглой каткетке, на какой он стадии, и немножко про него расскажу. Только мне удалось продвинуть свой джемпер. К сожалению, я немножко не успела к тесту, но по своим уважительным причинам. Но я уже связала так, кокетку, азиатский росток. И, в общем-то, вот вяжу тело таким красивым узором. И скоро-скоро я надеюсь его закончить и Кате отправить красивые фотографии. Мне очень нравится цвет, очень нравится вообще вязание. Я его вязала с большущим удовольствием и вяжу. Ниток мне хватает. Я вяжу 4 ниточки. Это полушерсть, моя любимая, 60/40. Вот. Вязать из нее, правда, одно удовольствие. Кокетка вообще получилась чудеснейшая. Описание у Кати просто... У меня не возникло вопросов. У меня все получалось, все моглось. Схема подробнейшая. Есть видео к трудным моментам. В общем, скоро у меня будет вот такой очень-очень красивый джемпер. Так что это пока все мои новости. Как-то все быстренько... Время летит и пролетает, я вяжу, не останавливаюсь. Вот сейчас пойдет, скажем так, удар на подарки, на носочки. Вот также на костюмчик для новорожденной девочки. Ну, вернее, она не новорожденная, ей уже 1 месяц. Как я уже говорила, она родилась 1 декабря. Вот, и я с вами обязательно поделюсь результатом. Не успела сфотографировать в розовом цвете. Сфотографирую, покажу вам в таком вот нежном, красивом сиреневом. Так что не теряйте меня, я с вами. Обязательно еще встретимся с вами в конце года. Я расскажу вам о своих впечатлениях и о своих планах на Новый год. Правда, я сделала много интересных для себя решений и выводов, поэтому очень хочу с вами ими поделиться. Вот, расскажите, как у вас дела? Вы уже поставили елочку, нарядили. Мы как-то немножко отложили этот момент. У нас, как обычно, по традиции, я вешаю на нее огоньки, а дети с папой украшают ее игрушками. Как-то вот у нас так исторически, скажем так, сложилось в нашей семье. Вот, поэтому я с вами не прощаюсь и до новых видео.